Очередной совет при губернаторе области был посвящен программе модернизации здравоохранения, которая работает уже второй год. За 12 месяцев ее реализации Оренбуржье вошло в первую двадцатку регионов с наибольшим освоением средств, направленных на этот проект. Всего же, как было отмечено на заседании, за два года больницы нашей области получат более 9 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. Это должно способствовать значительным преобразованиям в медицине, главная задача которых – улучшить показатели здоровья населения, подчеркнул в своем выступлении вице-губернатор по социальной политике Павел Самсонов. Оценкой нашей деятельности являются целевые показатели выполнения программы, как освоение финансовых средств, так и получение определенных результатов, самое главное, направленных на повышение доступности, качества предоставляемых услуг в медицине. Второе – это улучшение демографических показателей. Ну и самое одним словом можно назвать – это сохранение здоровья оренбуржцев, где бы они ни проживали, или в самом отдаленном населенном пункте, или в крупном городе. По итогам 2011 года по программе модернизации освоено почти 2 миллиарда рублей. Это 70% от запланированного объема. Основные расходы пошли на укрепление материально-технической базы целого ряда больниц региона. Более 100 тысяч квадратных метров было капитально отремонтировано. С 1 января 2012 года введены в эксплуатацию 68 объектов, 107 отделений. В 30 юридических лицах, в том числе 33 объекта службы детства и родовспоможения. В текущем году ремонтироваться будет еще 48 объектов здравоохранения. Также продолжатся поставки нового оборудования. 1322 единицы медицинской техники уже поступило и еще ожидается более 1000, в том числе 8 компьютерных томографов для районных больниц, а также рентгенаппараты, УЗИ-машины, мониторы и многое другое. Приоритетной задачей на 2012 год станет создание первичных сосудистых центров, где будут оказывать высококвалифицированную экстренную помощь пациентам с заболеваниями сердца и сосудов. По всей территории области организуется либо первично-сосудистое отделение, там, где оказывается помощь в соответствии с новыми современными методиками, либо это межмуниципальные центры, где создаются кардиологические и неврологические отделения, где также больные получают специализированную кардиологическую и неврологическую помощь при этих состояниях. Большое внимание уделяется этому вопросу не случайно. В общей структуре заболеваемости и смертности сердечно-сосудистые болезни занимают первое место, а у лиц трудоспособного возраста – второе. Во многих районных больницах такие отделения уже работают. На сегодняшний день создано уже кардиологическое отделение, 30 коек, укомплектовано штатами квалифицированных специалистов, оснащено необходимым оборудованием. Успешно работает кардиоджет, система передачи ЭКГ на расстояние. Кстати, к поддержке преобразований в здравоохранении в ряде территорий подключились и благотворители. Например, в Новотроицке градообразующее предприятие оказало медикам большую помощь. На средства, выделенные нашими металлургами, мы отремонтировали кабинет компьютерного томографа полностью. Была произведена реконструкция этого отделения. Был закуплен новый томограф на эти средства, что не входило в программу модернизации, а именно явилось особенностью нашего города. Был произведен очень серьезный ремонт оперативного отдела скорой помощи. Мы создали современное высокотехнологичное отделение с использованием современных технологий. На заседании Совета при губернаторе области было озвучено, что в 2012 году в регион на модернизацию здравоохранения поступит почти 6 миллиардов рублей. Модернизация – это еще и по-новому совершенно распорядиться тем, что мы имеем с вами в своем распоряжении. То есть совершенно по-новому взглянуть на те процессы, которые происходят. База уже создана, проведен ремонт и закуплено оборудование. Теперь основной акцент будет сделан на внедрение стандартов оказания медицинской помощи во всех больницах, с тем, чтобы обеспечить равные возможности для каждого жителя области. Весенняя опасность – клещевой энцефалит. Возбудитель инфекции – вирус. Заражает человека укус лесного клеща. Вирус попадает в кровь и повреждает центральную нервную систему. Возможны смертельные исходы.
Как защититься от клещевого энцефалита? Специалисты советуют. Воспользуйтесь репеллентами Медифокс антиклещ, Торнадо антиклещ. При необходимости заранее сделайте профилактическую прививку. Собираясь в лес, наденьте плотную одежду. Проводите само- и взаимоосмотры каждые 2 часа. При обнаружении клеща смажьте его растительным маслом или кремом. Через 15-20 минут удалите пинцетом. Насекомое отнесите в лабораторию по адресу город Оренбург, улица 60 лет Октября 2, /1.